Капитан Егоров – второй из семи краболовов, заказанных Петрозаводскому заводу дальневосточной компании «Русский краб» при поддержке государственной инвестиционной программы обновления промыслового флота. Торжественную церемонию открыли глава Карелии, представители заказчика и руководство судостроительного завода. Будем строить еще больше самых разных современных судов. Это очень важно и для экономики, и для нашего какого-то, наверное, внутреннего самосознания, для нашей гордости за ту землю, на которой мы живем. Судно предназначено для вылова и перевозки живого краба. Оно обладает повышенной вместимостью и мореходными качествами, необходимыми для работы в сложных условиях дальневосточных морей. Длина судна 57 метров и ширина около 12 метров, что позволит разместить на борту до 24 членов экипажа. Условия жизни и работы на этом судне для плавсостава, они уже совершенно другие и не такие, как сегодня на тех судах, на которых приходится работать. И, наверное, это самая главная задача и судовладельца, и наша, чтобы условия работы и качество работы судна, они были достигнуты. Все 7 заказанных заводу судов должны построить в течение 5 лет, с 2020 по 2024. Они предназначены для работы в бассейнах Охотского и Берингова морей. Алексей Неживенок, Алексей Миронов, служба новостей.